Мы французы, покупаем цветы и целуем своих любимых женщин. Кого целовать будете? Сегодня никого. Все женщины хороши, но лучше всех мама. В Финляндии есть традиция. Мужчины приносят праздничный завтрак своим женщинам в постель, а вечером устраивают красивый ужин где-то в ресторане. Моей девушки нет сегодня рядом. Она вернулась домой, так что я ни с кем не могу праздновать. Только когда вернусь. У нас в Швейцарии нет 8 марта. У нас празднуют День матери и женщин. Но дату я точно не помню. Драги жени, Тираспола, Придністров'я. Gostaria de aproveitar e de falar. Чтобы вы всегда оставались такими загадочными и таинственными. Įvairiausiais būdais kiekvieną dieną įsilė. Добрыми и красивыми. Bugün kadınların günü. Ласковыми и нежными. Hoje quero desejar para todas as mulheres do mundo. Это наши мамы, наши жены, наши сестры. Мене, Бог струсных стожера и всех играча. Совет спорта на Маде Букурии Шферичири. Этенки мутиттоистоэлле и айдилле. En este día tan magnífico para ellas, gracias por darnos la vida. Feliz día. Du monde entier, mais en particulier à celle que j'aime le plus, ma mère. Alla kvinnor runt omkring, alla kvinnor runt om i hela världen. Jag skulle hända en varm hälsning till min mamma, mina systrar, till min flickvän. Dünya kadınların günü ve mutlu ve kutlu olsun. И чтоб 8 марта не был только в марте. Будьте срепны, здравы и лепы.